Всем привет! Вы на канале Моток Декор. Я рада всех приветствовать. А в этом видеоуроке мы будем вязать с вами вот такой шопер. Он достаточно вместительный. Размер у него получается около 30 сантиметров в ширину, высоту 28 сантиметров, и ширина по донышку у него приблизительно 9-10 сантиметров. Из материалов, значит, нам необходим будет полиэфирный шнур 5 миллиметров с сердечником, приблизительно 150 метров. Также застежка либо кожаная, либо магнитная кнопочка. Из инструментов нам понадобится крючок номер 7, ножницы, иголка с большим ушком, иголка с маленьким ушком, зажигалка и два маркера. Вязание нашей сумочки мы будем с вами начинать с создания донышка. Оно будет связано таким же узором, как и наши стеночки. То есть мы будем с вами повторять узор и вязать будем определенным способом. Размер донышка, получается, будет зависеть не только от набранной цепочки петель, которые мы будем с вами набирать и провязывать, но еще и здесь будет идти обвязка края. Соответственно, дно увеличится еще на сантиметр в каждую сторону. Учитывайте это при наборе петель. Вдруг вам захочется сделать дно немножко другим, например, размером, или вы будете вязать, например, из другого шнура. Также он будет 5-миллиметровый, но, например, без сердечника. Тогда я рекомендую сначала связать образец для того, чтобы определиться с количеством петель, которые вам необходимо набрать, потому что при вязании из более тонкого шнура, то есть если он будет без сердечника, скорее всего, размер будет в сумочке немного меньше. Также рекомендую по поводу донышка вязать его достаточно плотно. Можно даже сменить крючок с семерки на шестерку, связать им полностью все донышко, обвязать, а далее стеночки уже перейти вязанием крючком номер 7. То есть смотрите по факту по своей плотности вязания, для того, чтобы донышко потом во время носки не отвисало. Ручки у данного шопера будут приблизительно 25-30 сантиметров, то есть смотрите, какую вам длину ручки больше нужно. Опять же, шопер достаточно плотный получается, и он подходит для носки его в любое время года. Поэтому ручку я рекомендую сделать чуть-чуть подлиннее, для того, чтобы можно было носить с любой верхней одеждой и было удобно. Желаю всем идеальных шоперов, и давайте приступать. Итак, мы начинаем с вами делать цепочку из воздушных петель. Делается она очень просто. Мы берем наш кончик, делаем вот такую петельку. Кончик при этом у нас сверху рабочей нити. Придерживаем. И крючком ныряем снизу в эту петельку, подзатягиваем вот так. Далее перехватываемся для удобства дальнейшего вязания. И начинаем делать набор петель. Итак, я буду набирать, получается, 8 воздушных петелек. Мы делаем накид на крючок и протаскиваем через петельку, которая у нас на крючке. Это первая петелька. Далее опять накид и протаскиваю через петлю на крючке. Это вот вторая петелька. Далее также третья. Старайтесь делать петельки одинакового размера. Далее опять накид и протаскиваем через петлю на крючке. И уже у меня 1, 2, 3, 4 петельки. Далее опять накид и протаскиваем через петлю. 5, 6, 7, 8 петелек. Далее мы делаем с вами еще одну петельку для подъема. И теперь разворачиваем нашу косичку и видим, что у нас с этой стороны есть вот такие перемычки. За эти перемычки мы и будем сейчас с вами вязать. Итак, провязывать мы будем с вами обычные столбики без накида, начиная со второй перемычки от крючка. То есть, если мы смотрим, вот первая перемычка и вторая перемычка. Сейчас мы, получается, с вами ныряем сразу под эту вторую перемычку. Заводим крючок. Хватаем рабочую нить. Вытаскиваем петельку. Далее хватаем заново рабочую нить и провязываем 2 петельки на крючке. Так мы связали с вами первый столбик. Далее опять ныряем, получается, под следующую перемычку крючком. Хватаем рабочую нить, вытягиваем ниточку, хватаем заново рабочую нить и провязываем 2 петельки на крючке. Это второй столбик. И так далее мы идем с вами до конца. Здесь с вами увидимся. Итак, я, получается, провязала 7 столбиков, и мне остается провязать последний, мой 8 столбик. Я ныряю прямо вот в эту перемычку, которая у нас была в узелке нашей первой петельки. Ныряю и провязываю
столбик. Итак, я, получается, провязала 8 петелек. Теперь мы переходим к вязанию следующего ряда. Но будем с вами вязать сейчас наше полотно не поворотными рядами, как обычно, а немного другим способом. Итак, получается, вот сейчас наша петелька, которая у нас на крючке, мы ее вытягиваем. И все наше вот это полотно, которое мы уже связали, ныряет в эту петельку. Убираем с вами кончик и начинаем подтягивать рабочую нить. Наша эта петелька уменьшается. Можно ее немножко подтянуть. Придерживаем пальцем. Уменьшаем эту петельку до самого конца. И далее уже протягиваем всю нашу нить. Вот такая петля здесь у нас получилась. И теперь переходим к вязанию, значит, нашего следующего ряда. Нам необходимо вот эту ниточку сейчас будет рабочую проложить вдоль полотна до вот этой первой петли. Итак, сейчас наше вязание будет происходить за вот эту дальнюю дужку косички. Крючком будем нырять прямо за вот эту петлю. Проложили, получается, ниточку. А далее берем нашу рабочую нить. И сейчас вот с этого места приблизительно мы будем с вами начинать вязание, то есть использовать данную нить. Итак, вот получается наша первая косичка, которая лежит. Мы, получается, ныряем прямо за дальнюю дужку крючком, хватаем нашу рабочую нить, вытаскиваем ее, получается, наверх. У нас получается вот такая петелька. Далее мы хватаем рабочую нить, провязываем через нее петельку и делаем еще одну петельку подъема. И далее, то есть наша ниточка здесь продолжает лежать, мы сейчас будем ее сразу обвязывать. Мы, получается, крючком ныряем за дальнюю дужку косички. Ниточка наша вот это оказывается на крючке. Далее мы берем рабочую нить, вытягиваем, получается, петельку, заново хватаем рабочую нить и провязываем обычный столбик. При этом наша ниточка прячется сразу под наше вязание. Итак, ныряем, получается, за дальнюю дужку косички. И сразу же ниточка оказывается у нас над крючком. Мы хватаем рабочую нить и, получается, все обвязываем. Это мы связали, получается, с вами первый, второй, третий столбик. Далее провязываем точно так же четвертую петельку. Также за дальнюю дужку косички и обвязываем нашу ниточку. Старайтесь, чтобы ниточка у нас, получается, была не очень сильным натяжением, просто была проложена так аккуратненько. И так мы, получается, с вами идем, провязывая все наши 8 дужек косичек. Так, я провязала 6, мне осталось, получается, 7. И последний столбик, получается, вот наша была последняя петелька. Здесь у нее, вон там внутри, получается, идет дальняя дужка косички, из нее выходит наша вот эта петелька, которую мы затягивали. Получается, мы прям ныряем, главное, после вот этой передней дужки туда, хватаем рабочую нить и провязываем столбик. Итак, вот у нас с вами получилось. Второй ряд мы с вами провязали. Мы связали 8 столбиков. Теперь также мы сразу эту петельку оттягиваем. И все наше полотно ныряет в эту петлю. Убираем кончик и начинаем подтягивать рабочую нить, уменьшая вот эту петельку. Можно ее немножко подтянуть, чтобы она не была длинной и чтобы здесь все стянулось. Придерживаем и просто ее уменьшаем до самого конца. Затягиваем. И далее утягиваем полностью рабочую нить. Опять получается, что в последнем нашей петельке у нас получилась с вами вот такая затянутая петелька-узелок. Теперь мы снова сюда протягиваем нашу ниточку и примерно вот отсюда рабочей нити будем уже вязать. Итак, получается, сейчас у нас с вами, мы видим, вот наш был первый столбик, и у него была петелька подъема. Вот за эту петельку подъема, за ее дальнюю дужку мы будем сейчас с вами провязывать столбик. Итак, ныряем, получается, с вами крючком прямо за дальнюю дужку этой петельки подъема. Хватаем, получается,
рабочую нить. Старайтесь сильно ножки не вытягивать, чтобы он был не очень такой свободный. Далее, получается, мы с вами делаем столбик, провязываем до конца и делаем еще одну петельку подъема. То есть мы провязали с вами столбик, как и здесь. Вот немножечко столбиков идет ряд. И далее сделали петельку подъема, в которую мы сейчас все провязали. Это для того, чтобы нам не потерять край нашего полотна, и она у нас не пошла на сужение. Поэтому вот у нас получился столбик, петелька подъема, в которую мы будем потом провязывать первый столбик следующего ряда. Далее мы продолжаем с вами вязание. Мы обвязываем с вами ниточку и также вяжем за дальние дужки косичек. Итак, ныряем прямо в следующую крючко, вытягиваем петельку и провязываем новой рабочей нитью. Опять за дальнюю дужку и провязываем столбик. Получается, ниточка наша там так и прячется. И мы идем с вами до конца ряда, провязывая столбики. Итак, я подошла, получается, к последнему нашему столбику. Вот наша, получается, косичка, передняя ее дужка. И из нее выходит петелька. Мы, получается, ныряем, чтобы попасть крючком перед этой петлей, чтобы она осталась с вами на лице. Мы вот так ныряем, получается, это за дальнюю дужку косички. Чуть мимо узелка этого вытягиваем и провязываем столбик. Итак, мы связали, получается, с вами уже третий ряд. Также вытягиваем ниточку. Все наше полотно ныряет в эту петлю. И начинаем потихонечку подтягивать. Сначала мы сильно подтянем петлю. И далее все придерживаем, вытягиваем рабочую нить. Уменьшаем нашу петельку. И далее до конца все затягиваем. Вот такая петелька, узелок у нас здесь с вами получилась. Теперь опять протягиваем ниточку, перехватываемся и примерно отсюда будем сейчас хватать нашу рабочую нить. Итак, смотрим, вот наш столбик и его петелька подъема. За вот эту, получается, дальнюю дужку этой петельки подъема мы будем сейчас с вами провязывать первый столбик. Итак, ныряем, хватаем рабочую нить. Старайтесь ниточку эту не перетягивать. Мы, получается, вытягиваем петельку и далее провязываем ее новой рабочей нитью. Вот получился наш столбик. И далее мы делаем ему петельку подъема. И, получается, далее идем, провязываем наш четвертый ряд. Также ныряем за дальнюю дужку косички и обвязываем ниточку. Старайтесь петельки, которые у нас идут, наши вот эти косички, делать их не очень свободными, чтобы у нас с вами не было лишних отверстий в полотне, чтобы они как бы не оттягивали сильно при вязании. Итак, мы с вами идем, провязывая до конца четвертый ряд. Итак, вот я подошла опять к последней петельке, ныряя крючком, оставляя вот эту переднюю дужку на лице, то есть ныряя, получается, за нее туда вглубь, за заднюю дужку также. Немножко, получается, правее вот этого узелка, который выходит. Вытягиваю петельку и провязываю столбик. Итак, вот получился наш четвертый ряд. По этому краю у нас, получается, с вами начинается ряд. Мы провязываем сначала столбик и не забываем делать ему петельку подъема, в которой мы будем провязывать первый столбик каждого следующего ряда. Это для того, чтобы наше полотно было ровным и не пошло на сужение. Не забывайте про нее. А с этой стороны, получается, мы провязываем с вами за дальнюю также дужку этой косички, чуть-чуть правее нашего вот этого узелка, который сейчас у нас с вами будет. Итак, потом мы, получается, с вами, когда дойдем до конца, будем обвязывать наш ряд, поэтому не переживайте, что вот этот край у нас такой достаточно мягкотелый получается. Мы его потом будем как раз обвязывать, и он получится достаточно плотным. Итак, сейчас еще раз покажу, как мы делаем с вами переход на следующий ряд. Оттягиваем ниточку. Все ныряет у нас полотно в эту петлю. Подтягиваем сначала петлю, чтобы ножки столбиков были плотненько. И далее утягиваем рабочую нить, уменьшая эту петельку. Все придерживаем рукой и уменьшаем ее до самого конца. И утягиваем до конца рабочую нить. То есть вот такой у нас получается с вами здесь узелок с этого края.
Если вдруг вы поняли, что провязали ряд и ошиблись, например, забыли сделать петельку подъема, то тогда этот узелок очень легко распустить. Необходимо сначала, получается, потянуть за рабочую нить сюда, а далее уже тянем за саму петельку, и она обратно у нас, получается, вытягивается. И ныряем теперь в обратную сторону. И можем распустить полотно до той ошибки, где у нас вдруг она произошла. Итак, предлагаю далее самостоятельно связать оставшиеся ряды. Всего нам необходимо будет связать 16. То есть 1, 2, 3, 4 мы с вами уже провязали. И необходимо будет связать еще 12 рядов. Поэтому вяжите их самостоятельно, и там с вами увидимся. Итак, я связала свое полотно. У меня получается 16 рядов, и в ширине полотно получилось 8 сантиметров, и в длину 25 сантиметров. При обвязке края мое полотно увеличится приблизительно до 9,5 сантиметров, и в длину также где-то на 2 сантиметра, то есть будет где-то 28 сантиметров. Учитывайте еще, что при переходе на стеночки этот ряд будет тоже немножко такой пологий, и, соответственно, он еще придаст немножко объема для нашего донышка. Но вы смотрите по вашей плотности вязания, вдруг вам хочется довязать сейчас еще несколько рядов, то есть к вашему размеру выходите, потому что далее это, в принципе, никак не повлияет на верх нашей сумочки. Вот, поэтому, возможно, говорю, довязывайте еще ряды, если вдруг вам необходимо. И мы будем переходить сейчас к обвязке нашего края. Итак, мы переходим сейчас к обвязке нашего края. Получается, что по вот этой стороне, где вот сейчас у меня подошел мой восьмой столбик, мы сейчас сразу будем переходить к обвязке, не будем делать какой-то лишний переход. На этой стороне, получается, мы будем с вами провязывать, ныряя под вот эти наши же восьмые столбики. То есть вот наш восьмой столбик, у него две ножки. Вот мы будем нырять за крайнюю вот эту ножку, и у него также с этой стороны есть еще ответная петелька. Мы за нее тоже будем, получается, нырять и делать обычные столбики без накида. Итак, получается, что самый первый наш сейчас вот столбик, которым будем провязывать, он будет опять же провязываться вот этот восьмой, то есть вот наш, получается, провязала я ряд 16, вот мой восьмой столбик. И сейчас сразу, получается, я буду нырять за вот эту единственную ножку его. У него, у первого столбика, не будет ответной ниточки, потому что это наша нить, которая у нас сейчас в работе. Поэтому мы ныряем просто за его вот эту одну ножку и провязываем обычный столбик, то есть нырнули, вытянули и провязали столбик. Теперь мы переходим к следующему столбику. То есть, получается, вот наш ряд идет, и вот наш последний восьмой столбик, вот его одна ножка и вторая. Вот за эту одну крайнюю мы будем нырять. То есть мы ныряем за эту ножку и прям вот чуть-чуть поглубже, если нырять, там будет еще одна петля, которая с изнаночной стороны для этого столбика. Мы, получается, прям в две за них нырнули, вытягиваем ниточку и, хватая рабочую нить, провязываем наш столбик. То есть вот мы сейчас с вами пошли обвязывать нашу длинную сторону. Теперь мы переходим к следующему столбику. Вот, получается, наш восьмой столбик в этом ряду. Мы за него, получается, цепляемся за его ножку одну и ниточка, которая там есть, ответная ножка к нему. Вытягиваем ниточку и провязываем столбик. И сейчас мы будем с вами так идти, обвязывая этот край длинный, ныряя просто, получается, в восьмой столбик за эту ножку, и которая там ответная ниточка, провязывая обычные столбики. Старайтесь столбики сильно не затягивать, вязать их достаточно свободно, особенно вот эти косички, которые у нас идут сверху, чтобы они не стягивали наше полотно. То есть, получается, в каждый ряд у нас по одному столбику. Сразу расправляем полотно, чтобы вот эти косички, которые у нас с вами здесь образуются сверху, не стягивали наше полотно. То есть делайте их такими, чтобы хватало дотянуться до следующего столбика. Вот. Итак, мы с вами, получается, провязываем сюда до конца всю нашу длинную часть.
И встретимся с вами где-то, не довязывая 3-4 столбика, потому что будем с вами прятать вот этот кончик. Я покажу, каким образом. Итак, вяжем здесь самостоятельно до вот этого приблизительно момента. И здесь с вами увидимся. Итак, я подошла к этому краю. Мне осталось привязать буквально 2 столбика, потому что у меня очень коротенький кончик. Мы, получается, сейчас его с вами кладем и начинаем вот так, то есть вдоль полотна, и сразу будем его обвязывать, но так, чтобы вот этот кончик у нас остался немножко здесь торчать, для того, чтобы мы потом, когда будем провязывать вот сюда наши 3 петельки в одну для поворота, чтобы мы потом могли ее посильнее затянуть. Итак, получается, мы положили кончик и начинаем с вами вязать дальше наши столбики. Также ныряю я. И провязываю, получается, один столбик. И остается мне еще один столбик, который был у нас в самом первом ряду. Итак, я провязала, получается. Вот мой кончик здесь остался. Им я потом буду подтягивать. Итак, вот, получается, моя одна сторона уже готова. И теперь переходим к обвязке нашей коротенькой стороны. Итак, здесь у нас должно получиться 8 столбиков. То есть 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8. 8 столбиков. То есть это вот самый наш первый, который как раз мы будем утягивать за наш кончик. И будем провязывать сейчас также за дальнюю дужку косичек. То есть вот у нас идет косичка по краю. И мы будем также провязывать за дальнюю дужку, для того, чтобы наш узор сохранился. Итак, вот получается наша первая галочка и ее дужка. Это прям наш кончик, который мы будем потом утягивать. Итак, ныряем прям за эту дальнюю дужку и провязываем сейчас 3 петельки в эту одну дужку. Одна, вторая и третья. Провязали для того, чтобы у нас получился с вами поворот. Теперь можно кончиком все подзатянуть, чтобы петелька эта уменьшилась и не было дырочки. Итак, далее, получается, мы с вами сейчас провяжем еще 1, 2, 3, 4, 5, 6 обычных столбиков по одному. И вот сюда, вот в эту, получается, восьмую нашу петельку провяжем также 3. Итак, сейчас мы ныряем за дальнюю дужку и провязываем по одному столбику. 1, 2. Итак, я подошла к восьмому столбику. И вот наша дальняя косичка, я туда провязываю 3 столбика. Опять же, для поворота провязываю 1, 2 и туда же 3 столбик. Вот получился наш поворот на эту сторону. И сейчас будем обвязывать с вами вот эту тоже длинную часть. Получается, на этой стороне мы будем с вами нырять в наши первые столбики, которые были в каждом ряду, прям просто насквозь продевая крючком. Получается, наш вот этот первый ряд, который был, у нас там была петелька подъема, то есть мы прям ныряем, получается, в самый крайний крючком насквозь, вытягиваем ниточку и провязываем обычный столбик. Далее переходим к следующему. Вот, получается, наш следующий ряд. И этот первый столбик. Мы прям насквозь, получается, ныряем крючком, вытаскиваем ниточку и провязываем столбик. Опять старайтесь по этой стороне сейчас не затягивать столбики, не затягивать косички, чтобы они могли пройтись и не стянуть наше полотно. Итак, ныряем в следующий, получается, вот наш первый столбик. Прям ныряем в него, насквозь крючком, хватаем нить и провязываем столбик. То есть вот так у нас здесь получается. Поправляем сразу ручками полотно, придаем шнур нужную форму. И так мы с вами идем до конца ряда, провязывая по одному столбику. И здесь с вами увидимся. Итак, я подошла к последнему, получается, столбику. Его провязываю также обычным столбиком и перехожу, получается,
к обвязке опять короткой части. Итак, у нас здесь получается с вами тоже 8 петелек, то есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Мы в восьмую и в первую будем сейчас провязывать также 3 петельки. Ныряем опять за дальнюю дужку косички. Итак, ныряем прям, провязываем один столбик, ныряем туда же, провязываем второй и ныряем туда же, провязываем третий. То есть вот получается наш разворот. И далее мы провязываем с вами 6 столбиков. Ныряем также за дальнюю дужку косички, вяжем обычные столбики. Я подошла к последнему восьмому и в него провязываю 3 столбика. 1, 2 и 3. Это для наших поворотов. Итак, наше донышко с вами готово. Если вдруг оно у вас немножко идет волной или где-то начала стягиваться, например, отпарьте его сразу паром, там пройдитесь утюгом, и тогда оно сразу станет плоским, шнур везде распределится как надо, и оно будет иметь идеальную форму. После этого обязательно дайте ему высохнуть, и тогда мы будем переходить к вязанию наших стеночек. Вязание стенок будет также за дальнюю дужку косички, как мы вязали с вами донышко. Получается, после наших тройных столбиков мы сразу прям вот следующую петельку, которая у нас идет, провязываем за дальнюю дужку косички, один столбик. Теперь мы с вами идем, ныряем, обвязывая каждую, получается, нашу дужку косички, уже без прибавок, и помогаем полотну заворачиваться наверх, то есть уже идут наши стеночки. Получается, на этом углу, где у нас с вами вот такой переход, будет наш угол для нашей сумочки. То есть мы будем ориентироваться, что новый ряд у нас будет начинаться приблизительно с этого места. Дальше мы, получается, с вами так провязываем каждую петельку, помогаем полотну уже заворачиваться наверх, вяжем уже без прибавок, просто провязывая по одному столбику. Предлагаю далее самостоятельно связать нужное количество рядов для высоты вашей сумочки. У меня, получается, это будет 18 рядов, и далее будем формировать с вами ручку. Итак, я провязала первый ряд и хотела бы вам еще раз показать, что здесь не будет у нас никакого соединения. Просто так же вот мы дошли до этого места, где у нас с вами начинался первый ряд, да, где мы перешли уже на именно на стеночки наше вязание. И сразу, получается, мы также продолжаем просто вязание по спирали, провязывая каждый столбик. Уже без прибавок, без всего. И вот так, получается, у нас уже с вами пошел переход на второй ряд. Просто помогаем формировать уже стеночки, чтобы они были перпендикулярны нашего донышка. И так далее мы с вами идем, продолжаем вязание самостоятельно, просто по спирали, и там с вами увидимся. Если во время вязания у вас сумочка немножко начинает вот так скукоживаться, вы помогаете ей немножко выпрямляться, но не переживайте, потом в самом конце, когда мы с вами довяжем уже нужное количество нам рядов, мы избежим того, чтобы сумка не была у нас трапецией, когда мы будем ее кнопочкой стягивать, соответственно, чтобы наши стеночки шли ровно вот так перпендикулярно наверх, и за счет этого она как раз, получается, здесь у нас все и выпрямится, все ряды. Вот, не забудьте еще сразу убрать кончик, чтобы потом уже туда не лазить. Все, вяжите самостоятельно, и там с вами увидимся. Итак, я провязала почти свои все 18 рядов. И сейчас подхожу заканчивать наш 18 ряд. И хочу вам подсказать, чтобы вы последний 18 ряд, перед тем, как мы будем сейчас переходить на ручки, вязали его немножко подзатяжнее, чтобы вот эти столбики были чуть-чуть прям пониже. Это мы сделаем для того, чтобы в итоге наша вот эта задняя часть не была выше нашей передней части, когда сумочка будет у нас вот так сплющена. Вот, поэтому сейчас мы довязываем 18 ряд, или который ряд у вас сейчас последний перед ручками. Мы его провязываем немножко, подзатягиваем сами вот эти ножки столбиков. Их будет, в принципе, незаметно. То есть не вытягиваем сильно,
а прям совсем чуть-чуть. Но косички старайтесь верхние вот эти оставить тем же размером. И так мы, получается, по этой стороне заканчиваем наш ряд. И сейчас будем переходить к вязанию наших ручек. Итак, вот я дошла, получается, уже до боковой части. Сильно не вытягиваю, чтобы получалось у нас она чуть-чуть прям ниже. И теперь перехожу сюда, к боковой части. Довязываю до конца ряд. Итак, я довязала свой 18 ряд. И сейчас будем переходить с вами к вязанию 19 ряда. В нем мы с вами провяжем, сформируем ручку. Далее опять провяжем, перейдем на ту сторону, также там сформируем ручку. Вернемся сюда обратно и вторым еще рядом пройдемся и обвяжем данную ручку. Обвяжем ее здесь и закончим наше вязание вот в этом месте. Итак, у меня сейчас 18 рядов на сумочке, у меня получилась высота 25 сантиметров. То есть мы с вами сейчас вяжем еще где-то 2 сантиметра. То есть общая высота сумочки получится 27-28 сантиметров. Сейчас будем формировать наши ручки. Для этого нам необходимо сложить нашу сумку четко пополам. То есть выверить здесь прям серединку и здесь. И сложить ее стеночка к стеночке. Получается, что мы сейчас будем с вами отмерять сбоку 7 столбиков, прям вот которые у нас сейчас уже провязаны. То есть просчитаем 7 столбиков. Потом между ручками у нас должно получиться 13 столбиков. Далее опять получается 7 столбиков. И также на той стороне 7 столбиков, 13, 7 столбиков. И сбоку еще по одному столбику. Итак, получается, сейчас мы с вами провязали до конца ряд, и мы остановились на самом боку. Теперь, получается, мы вот сложили сумочку и отсчитываем наши 7 петелек. То есть смотрим прямо по краям, и вот первый наш столбик уже в связанном ряду. То есть считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 столбиков. Получается, на следующий, 8, мы вешаем маркер. Получается, если посчитать по косичкам, то есть следующий, который мы будем с вами вязать, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 косичек мы, получается, с вами провяжем. Это 8. Мы на нее вешаем маркер. То есть получается косичка, которая прям над столбиком, над 8, не которая входит в него, опускается, а прям над ним, которая находится. Вот над нее, получается, мы вешаем сейчас наш маркер. Отсюда будет начинаться наша ручка. Теперь от этого столбика 8 мы отсчитываем 13 следующих столбиков. То есть он первый. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Вот наш 13 столбик. Если считать косички, это у нас получается, на которой висит маркер, первая. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Вот наша 13 косичка. Мы на нее также вешаем наш маркер. Итак, получается, мы пометили с вами. И остается у нас еще 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 столбиков. Или по косичкам. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 косичек. Итак, получается, мы сейчас с вами пометили ручку на одной стороне. Можно, в принципе, сразу отметить и на той, но давайте начнем с этой и по ходу движения дойдем и туда. Получается, сейчас мы с вами продолжаем наше вязание, одеваем петельку и начинаем провязывать 7 столбиков, как мы вязали с вами всю нашу сумочку. Ныряем, получается, за дальнюю дужку косички и провязываем, получается, вот 3. 4, 5, провязали. И сейчас предлагаю следующие 2 провязать не только за дальнюю дужку косички, но и нырнуть вот сюда чуть глубже. Вот тут есть перемычки, будем нырять и за нее, для того, чтобы наши ручки при носке не оттягивались и под столбиками не образовывались отверстия. Итак, получается, мы сейчас с вами ныряем за дужку косички и сразу ныряем под перемычку. Нырнули, хватаем рабочую нить,
провязываем столбик. Далее точно так же ныряем за дужку косички, за перемычку, хватаем рабочую нить и провязываем столбик. Вот такие столбики у нас здесь получились. Мы сейчас дошли до нашего первого маркера и сразу не будем больше его провязывать дальше здесь. Будем отступать и, соответственно, здесь будет отверстие для нашей ручки. И сейчас будем с вами набирать воздушные петли для формирования нашей ручки. Итак, для высоты ручки 25 сантиметров. То есть, если ее прям оттянуть и держать, она будет 25 сантиметров. Мы делаем 55 воздушных петель. А если вам, соответственно, нужна ручка, возможно, больше или меньше, то есть набирайте нужное количество вам петель. Опять же, у всех плотность вязания немножко разная. Эта высота будет немножко меняться. Итак, получается, у нас сейчас есть петелька на крючке, мы ее не считаем, и начинаем делать воздушные петельки. Накидываем рабочую нить на крючок и протаскиваем через петлю на крючке. Итак, мы с вами провязываем 55 воздушных петель. Сейчас мы провязали 2. Далее опять накидываем, получается, рабочую нить и протаскиваем через петлю на крючке. Далее, получается, мы так с вами делаем оставшиеся петельки. Всего их должно получиться 55. Я провязала, получается, свои 55 петелек. И теперь мы с вами будем соединяться с этой стороной нашей, получается, сумочки. То есть вот наш опять маркер. Мы его, получается, сейчас пропускаем. И в следующую петельку, которая у нас идет, будем нырять крючком. Не забывайте, что здесь мы с вами также ныряем за дужку и за заднюю перемычку. Ныряем крючком за дальнюю дужку и перемычку. Хватаем рабочую нить, вытягиваем, провязываем один столбик и точно так же ныряем за дальнюю дужку и за перемычку, провязываем второй такой же столбик. Итак, мы, получается, провязали 2, и нам необходимо провязать еще 5 столбиков, просто ныряя за дальнюю дужку косички. 1, 2, 3, 4 и 5. Итак, получается, вот у нас с вами сформировалась наша ручка. Теперь можно снять маркеры, и мы будем переходить с вами на другую сторону. Здесь, получается, мы сейчас с вами провяжем один боковой столбик, и далее от него отсчитываем 7 наших, получается, косичек. То есть 7 мы провязали. 8-й это будет наш боковинка. И далее отсчитываем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 столбиков. На 8-й получается столбик, на 8-ю петельку вяжем наш маркер. Далее опять отсчитываем от этого маркера 13 следующих косичек. То есть он первый. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Вешаем маркер. И остается, получается, наших 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И здесь мы как раз будем уже переходить на ту сторону. Итак, повесили маркеры и переходим к нашему вязанию. Получается, сейчас мы с вами провязываем 8-й столбик. Это прям на самом боку он у нас получается. И далее вяжем опять 5 и 2 определенным способом. Итак, сейчас вяжем, получается, просто за дальнюю дужку косички. 2, 3, 4, 5. И теперь 2 последних провязываем за дальние дужки и за перемычки. Итак, провязываем 1 и провязываем 2. И теперь сразу начинаем формировать нашу ручку. Делаем опять цепочку из 55 воздушных петель. Старайтесь их делать такими же, как были на той ручке, чтобы ручки получились одинаковой длины. Я, получается, провязала свои воздушные петельки. И теперь мы с вами, получается, вот наш маркер. И после него следующую петельку опять ныряем 2 столбиками за
дальнюю дужку и за перемычку, за дальнюю дужку и за перемычку. И провязываем, получается, сначала один столбик. И далее второй столбик. Далее мы, получается, довязываем наши оставшиеся 5 столбиков. Только старайтесь опять их ножки делать чуть-чуть покороче, чтобы потом, если мы будем с вами сжимать нашу сумочку вот так, наша стеночка задняя это не была выше той стеночки. Итак, провязываем, получается, 5 столбиков за дальнюю дужку косички просто. Ныряем сильно, не вытягиваем просто ножки. И провязываем 5 столбиков. 2, 3, 4 и 5 столбик. Итак, вот что у нас получилось на этой стороне. Теперь можно маркеры снять, они нам больше не пригодятся. И сейчас мы, получается, с вами будем продолжать наше вязание. То есть мы сейчас закончили 19 ряд и продолжаем наше вязание последним 20 рядом. Провязываем столбики за дальнюю дужку косички и подходим вот сюда к ручке. Я покажу, как будем делать ее обвязку. Итак, я подошла, получается, к нашей ручке, и последний вот этот столбик, который у нас был 7, я его провязываю также за дальнюю дужку и за перемычку. Ныряю за дужку и за перемычку и провязываю столбик. И теперь мы переходим к обвязке нашей ручки. Получается, наша ручка состоит из воздушных петелек. С этой стороны у нас идут косички, а с этой стороны идут вот такие перемычки. И сейчас крючком будем провязывать за дальнюю дужку и перемычку. Получается, вот наша косичка. Мы ныряем с вами за дальнюю дужку и за вот эту перемычку, которая у нас идет. То есть на крючке сейчас получается перемычка и дальняя дужка. Хватаем рабочую нить и провязываем столбик. Далее, получается, также ныряем за дальнюю дужку и перемычку. То есть вот дальняя дужка и перемычка. Хватаем рабочую нить и провязываем столбик. Старайтесь ручку вязать достаточно плотно, чтобы она потом во время носки не сильно оттягивалась. Итак, мы идем с вами до конца, обвязывая ручку, и встретимся с вами здесь. Итак, я обвязала свою ручку. И сейчас, получается, подхожу сюда опять к нашему полотну, к сумочке, к самой. И также здесь следующим столбиком ныряю за дальнюю дужку и за перемычку. И провязываю такой один столбик. Дальняя дужка, перемычка. И провязываем столбик. И теперь так далее мы с вами идем обычными столбиками, как мы вязали весь узор. И доходим сюда, до этой ручки. И здесь с вами увидимся. Я подошла, получается, к нашей ручке второй. И не забываем, что вот этот последний столбик мы сейчас с вами провязываем за дальнюю дужку и за перемычку. Ныряем. Провязываем. И теперь переходим к обвязке нашей ручки. Также ныряем, получается, с вами за дальнюю дужку и за перемычку, как мы обвязывали ту нашу ручку. Старайтесь вязать эту ручку с той же плотностью, что вязали ту ручку. Итак, мы с вами обвязываем и встречаемся с вами здесь. Я покажу, как мы будем заканчивать наше вязание. Итак, я довязала, получается, ручку, и теперь перехожу на саму сумочку. Не забывайте, мы вот этот первый столбик на сумочке провязываем за дальнюю дужку и за перемычку. Хватаем нить и провязываем. И теперь будем завершать с вами вязание. Получается, сейчас мы с вами здесь первый столбик вот провязали. Теперь провяжем с вами еще раз, два, три, 4, 5 у нас будет соединительной петелькой, и далее мы будем делать петлю имитацию для завершения нашего вязания. Ныряем с вами за дальнюю дужку, вытягиваем здесь опять же столбики с коротенькими ножками, такие, чтобы они были
не очень высокий. Далее ныряем, провязываем, получается, еще один столбик. Далее ныряем, провязываем еще один столбик. То есть мы сейчас провязали первый тот. Раз, два, три, еще один, четвертый, у которого коротенькие ножки. И далее делаем петлю соединения, ныряем за дальнюю дужку, вытягиваем ниточку и просто сразу протаскиваем ее через петельку на крючке. Вот что у нас получилось. То есть мы провязали после нашей ручки 1, 2, 3, 4, 5 столбика. Далее сделали соединительный столбик. И теперь можно отрезать нашу ниточку. Мы сейчас будем делать с вами просто петельку имитацию. Вытягиваем нашу эту ниточку. Кончик можно сразу подпалить, чтобы он не крошился. Берем с вами иголочку и будем сейчас делать петлю имитацию, которой мы завершим все наше вязание. Итак, вдели шнур в иголочку. И теперь мы будем сейчас делать с вами петлю имитацию такого же плана, как сделаны все наши косички. Только цеплять мы будем с вами сейчас ниточкой не за следующую петельку, в которую бы нам бы пришлось вязать, а за следующую. То есть мы вот так с вами, получается, натягиваем ниточку, ныряем иголкой за обе дужки косички, только не та, которая следующая для провязывания у нас была бы, а следующая. Ныряем, вытягиваем все это наизнанку, подзатягиваем. И теперь ниточка возвращается туда же, в то место, откуда выходила наша эта петля. Ныряем прямо сюда в серединку и сюда под перемычку. И утягиваем все это наизнанку. Итак, петельку теперь подтягиваем. Делаем ее такой же, как и наши остальные все петли. А вот такое соединение у нас здесь получилось. Оно будет прям сбоку нашей сумочки, то есть практически незаметным. Кончик будем прятать с вами здесь просто сейчас под ножками столбиков. И можно проверить, сложить вот так нашу сейчас сумочку. То получается, что нашего соединения здесь практически и не видно. То есть у нас задняя часть не выпирает над передней. Теперь нам остается только убрать наш кончик. Мы его просто опять же с помощью иголочки прячем сюда под ножки наших столбиков аккуратно. Старайтесь только при этом эту петельку сильно не утянуть. И так мы прячем с вами самостоятельно под каждую ножку. Если вы будете тоже вязать из шнура 5 мм сердечником, то для удобства при прятании кончиков можно его сердцевинку просто оттуда вытащить и прятать уже кончик просто одной оболочкой шнура. Она будет более тонкая и легче спрячется под ножки столбиков. Прячем до конца наш кончик и будем переходить уже к пришиванию нашей застежки. А после того, как мы с вами убрали кончик, мы с вами приступаем к пришиванию нашей застежки. Пришивать мы будем застежку нашу на той стороне, где у нас было начало ряда, так как здесь наши рядочки идеально подходят к ручкам, то есть полноценными двумя рядами. Итак, мы находим с вами середину, это приблизительно 7-й столбик. Для начала мы пришиваем вот эту часть, которая ответная. И далее уже, когда пришьем ее, пришиваем и оставшуюся часть, то есть чтобы учесть расстояние, которое нам будет нужно, то есть повыше или пониже ее пришить относительно данной кнопочки. При пришивании застежки сильно не стягивайте здесь стеночка к стеночке застежкой. Для того, чтобы если вдруг сумочки будет слишком наполнена, чтобы у нее была возможность немножко приоткрываться. И застежка при этом не страдала, не утягивалась никуда. То есть делайте небольшой такой зазорчик для крепления. Итак, также можно воспользоваться, например, если нет такой застежки, обычными магнитными кнопками, то есть обычная пришивная. Ее также мы просто пришиваем там внутри полотна. Ориентировочно на 7-м столбике одну часть и вторую. И таким образом у нас будет просто застегиваться наша сумочка на кнопочку. Пришиваю я обычно этой же ниточкой, что у нас идет в шнуре. То есть я просто его распускаю и беру эту нить,
вставляю ее в обычную иголку и этой ниточкой буду пришивать застежку. Получается, также обычными стежочками я буду выходить и опускаться на изнанку, выходить и опускаться на изнанку. Думаю, это можно сделать самостоятельно. Поэтому пришивайте ваши кнопочки аккуратно, и там с вами увидимся. Итак, я пришила свою застежку обычными стежками. И получается, моя сумочка уже готова. Надеюсь, у вас тоже все получилось. Но если вдруг остались какие-то вопросы, обязательно пишите, всем все подскажу. А если данный видеоурок был для вас полезным, обязательно ставьте класс. И не забывайте подписываться на мой канал. И, конечно, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видеоуроки. На этом все, и пока-пока!